Перед стартом крупных форумов, которые объединили все 85 субъектов страны, организаторы мероприятий провели пресс-конференцию. На вопросы журналистов ответили министр образования Дмитрий Ливанов, вице-губернатор Кубани Галина Золина и президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Один из основных вопросов, которые задавали представители прессы, это очередь в детские сады и программы по ее сокращению. Что касается Сочи, эту проблему очередей в детские сады в городе решают путем строительства корпусов на территории уже существующих учреждений. Это позволило за последние несколько лет значительно увеличить число мест в детских садах. Так, в планах на ближайшие 2 года построить 10 новых детских садов и 11 пристроек. Таким образом, в Сочи появится еще 3100 мест для детей. На пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов об образовании в регионах, Дмитрий Ливанов отметил особую динамику развития отрасли на юге страны, в том числе в Ростовской области и в Краснодарском крае. По всем основным показателям, индикаторам и развития дошкольного образования, и развития общего образования, эти регионы в числе лидеров, их показатели превышают среднероссийские. Это касается и заработных плат педагогов, это касается и динамики создания новых мест в системе дошкольного образования, это касается и качества работы школ. Каждый третий рубль краевого бюджета мы должны тратить на образование и здравоохранение. Это 2 приоритета, которые очень нужны. Это, так сказать, вот, действительно не траты, а вложения, инвестиции в человека.